Всем привет, меня зовут Анастасия Нифонтова, я нахожусь в новом салоне Байкленд на Ярославке. Сегодня я вам расскажу про мотогарнитуры Кардо. Какие они бывают? Фриком 1, Фриком 2 и Фриком 4 – это гарнитуры, которые работают по системе Bluetooth. Единственный минус этой системы в том, что если кто-то из участников этой группы решил остановиться на заправке и не поехал дальше, то вообще вся цепочка разрывается, и вам нужно будет потом обратно все вместе подсоединяться. Есть система, которая работает по принципу DMC, это вот Pack Talk Bolt. В эту систему могут подключаться до 16 человек. И, соответственно, если кто-то из группы решил, не знаю, свернуть, поехать по срезочке или еще как-то, то система автоматически подстраивается под новое количество участников, она не разрывается, и если ваши приятели решили вернуться обратно в вашу так называемую стайку, то их обратно система принимает. Это очень удобно, это более современная история. И, конечно, понятно, что стоимость этой штуки, она отличается от серии Freecom, но тут вы выбираете, исходя из своего бюджета. Если, например, вам нужно вообще только принимать телефонные звонки и слушать радио, и вы не собираетесь, например, ни с кем переговариваться, то самый правильный, экономически выгодный вариант – это Фриком 1. В будущем, если вы захотите куда-то поехать с приятелями, вы уже не сможете ее соединить с другими мотогарнитурами, поэтому это такая эгоистическая история. Соответственно, из названия понятно, что Кардо-система Фриком 2 рассчитана на двоих человек. Как правило, такие штуки берут люди, которые путешествуют вдвоем на мотоцикле для себя и своего пассажира. Очень удобно. Всего две гарнитуры, между собой они постоянно связаны, и понятно, что пассажир без вас никуда не убежит, поэтому система Bluetooth в данном варианте работает идеально. Дальше, коробочка с системой Фриком 4, это вот как раз про что я говорила, это система, которая может подключать до 4 райдеров, до 4 участников, но если кто-то выпал из этой системы, то, соответственно, система прервалась, и надо будет все заново подключаться. Давайте теперь остановимся поподробнее на вот этой вот штуке Pack Talk Bolt, которая работает по системе DMC. Она также настроена, чтобы воспринимать до 18 голосовых указаний от своего владельца, то есть вы можете голосовым набором набрать, соответственно, номер телефона, вы можете включить музыку, сделать ее потише, погромче. Там есть список определенных этих указаний для системы, и до 18 команд она распознает. Лично для себя я бы, конечно, наверное, выбрала все-таки систему, которая работает по принципу DMC, потому что это новые технологии, потому что это удобно, потому что если ехать куда-то в группе, то она не прерывается, она не отключается. Но понятно, что да, цена она выше, чем у систем Фриком. Поэтому заезжайте в салоны Байкленд, выбирайте то, что вам подходит, и наслаждайтесь поездкой с друзьями или в гордом одиночестве.